Ну, честно сказать, Ваня, мужчина. Ну, согласитесь, мужчина. А? Вот все тут, что бы ни писали, там, они же как два друга. Неинтересно смотреть. Неинтересно смотреть? Тогда закрой глаза и сваливай от телевизора. Вот. Потому что как неинтересно смотреть? Что от того, что мы уважаем друг друга перед боем? Что от того, что мы уважаем друг друга после боя? Или вам надо вот этот замес, вот эти оскорбления? Ой, они оскорбляют друг друга, неинтересно. Оскорбляют друг друга, а что происходит? Что за неуважение? Это не спорт. Вы определитесь уже, да? Определитесь. Вам спорт нужен или оскорбление? Вот там спорт. Когда заходят два уважающих друг друга спортсмена. С уважением бьют друг друга хорошими размахайками. Вот такими баночками улыбаются, приглашают друг к другу и рубятся. Вот это спорт. Прошу любить и жаловать. Все мои тети, дяди, я вас очень сильно люблю. Всех моих родственников, всех моих друзей. Спасибо, что вы у меня есть, такие достойные. Вот. А в остальном, как я не праздную и особо не поздравляю, там особо не принимаю поздравления там, на свое день рождения. Как бы я не жду, что меня поздравят. Если поздравляют, мне желают чего-то хорошего. Я говорю, а я вам желаю каждый день, вне зависимости от вашего дня рождения, и вам всем сейчас. Я люблю реванши, в которых я проиграл. Как, в которых выиграл, не люблю давать реванш, а которые проиграл, люблю брать. Ну, нагловато звучит, но как есть. Ну да, возможно. И стоковым, и вообще любое противостояние, которое я проиграл, возможно увидеть еще раз. Если, конечно, мой оппонент будет не против. Будет против, счастья ему, пусть живет, радуется жизни. Гонорар в этом случае тоже будет иметь значение? Или уже нет? Или реванш? Вот такой вот. Да? Да, такой. А сейчас все обсуждали в боксе больше? Стратосфера. Стало лучше, да, когда ребенок тянется в спорт, тянется к физическому развитию. Физическое развитие в конечном итоге приводит к умственному развитию, да, в один момент. Все, кто сейчас смотрит, будьте счастливы. Пусть ваши семьи будут счастливы. Просто улыбайтесь. Да, и верьте в лучшее, да. Верьте в себя и... Ждите лучшего от других, как бы. Вот. Благ вам. Спасибо. Здоровья, пока нет. Здоровья.